Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами скульпторов и художников Касими или Казима Тура, муза Терпсихора. 1460 год, дерево масла 117 на 81. Казима Тура был придворным художником графом ДСТ и основателем феррарской школы живописи. В его ренессансном стиле сохранялись элементы поздней готики, поэтому композиции мастера причудливы и выразительны и имеют сложный линейный ритм. Представленная картина является частью декорации студиола владетелей Феррара Лионелло и Борса ДСТ в экзавированном палаце Бельфиори. Студиола – это особое помещение в обиталищах просвещенных правителей итальянского возрождения, отведенное под кабинет или библиотеку. Его оформление в полной мере отражало вкусы владельцев. В данном случае наблюдается пристрастие к античной мифологии. Терпсихора, наслаждающийся хороводами, так с греческого переводится имя музы, покровительницы искусства танца. Хоровод на данной картине вводит малыши Путти, но лишь один из них, правый, видимо, получает удовольствие. Два других крайне серьезны, как и, на удивление, сама Терпсихора, восседающая на троне. Ее позы, жесты и пропорции создают впечатление, будто муза – кукловод, а обнаженные пляшущие человечки – всего лишь марионетки. Вот такое описание к работе муза Терпсихора Казима Тура. 1450 год. Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.